Доброе утро всем. Я считаю, что это видео должно быть в моей коллекции. Может быть, оно опять же выйдет на лайв-канал, может, на основной. Это SimSpace. Это новое местечко, ну, относительно новое местечко. Напротив Immigration оно находится. Пойдемте, покажу вам, что это такое. Прямо сразу парковочка для байков. Слева для автомобилей. Сейчас еще очень рано, 9 утра. Еще все закрыто. На первом этаже здесь находятся такие фастфуды, кафешки, ресторанчики. Есть такие вот открытые места, есть закрытые рестораны, то есть там с кондиционерами, со всеми делами. Удобненько. Основной фишкой этого заведения является, конечно, то, что оно находится на берегу. Здесь очень вкусная еда, очень вкусный пивас. Здесь открыли бассейн. Что тоже очень приятно, прикольно. Infinity, да, такой? Сиамский залив. Вечером тут очень живенько. Прям очень. Здесь куча народу. Несмотря на то, что солнце село, все равно все валяются, купаются, пьют пивас. Здесь вот застройщики, живая музыка, там диджеи, короче, все как положено. Молодежь, кстати. Если вы не знаете, где в Хуахине молодежь, то вот она вся здесь. Опять же, тайская. Европейцев я тут не сильно видел. Со столиками, как вы видите, тоже проблем нету. Можно внутри сидеть, можно снаружи, можно вот здесь перед лесенками, можно после лесенок, можно прям с видом на море. Можно все валяться. Очень, очень классное место. Если не знаете, куда вечером сходить, прям SimSpace то, что надо. А, и посерединке здесь всякие шашлычки жарят, всякую прям штуку, не знаю, будет еще время, я сюда приеду, может быть, вечером, подсниму еще, как это выглядит все вечером, но хотелось вот отснять без людей, чтобы показать, как все прикольно при свете дня это выглядит, потому что народ сюда же приезжает еще, чтобы именно отдохнуть, покупаться, пивка попить, еду вкусную покушать. Все, ребятушки, это был дневной SimSpace. Вечерний, может быть, будет отдельным видео, а может быть и не будет. Так что подписывайтесь на канал, ждите. Самое главное, ждать и верить. И все будет. Че, Наташ? Кофейку? Пожалуйста. Пойдем. Классно. Поехали дальше. Следующее место. Каждое место новое видео. Подписчики это любят. Да, Наташа? Да.